Большинство. Большинство. Да. Ну и как они образуются? Так. Что добавляют? Что тут добавляется? Заген антвортен. Так. Сначала заген прочитай. Заген. Их закте. До зактест. РЗС закте. Добавили «т» и все. Да. Дальше. Плюраль. Виазактен и азактет зизизактен. Окончания какие? Как обычно в этом самом? В, номин, в настоящем времени, в presence. Так ведь? Як в презенсі, да. Ничего сложного. Антвортен. Почему «это»? То, що він ЕН сильний. Нет, тут написано Schwache Verben, потому что Antwort основа заканчивается на Т. Значит, надо еще одну Т добавить. Да, Antwort Т. А тоже дальше все просто. Их Так? антворте Т, да. Уже не Antwort, а Antwort Т. Antwort тест, Antwort Т и так далее. Дальше пошли на следующей страничке. Так, слабкі дієслова отримують суфікс «те» або «ете», якщо основа дієслова закінчується на «те», «де». «ЦХН», «ГН», «ДМ», «ФФН». Ну, хорошо, ГН, например, регнен. Ну, нет, это регнен, оно не имеет формы их регнете. Так, другое возьмем. Офен. Открывать. Офен. Офен, так? В претеритум. Не, сначала, чтоб ты видел, записывай. Офен значит на FN. Я открываю. Их офнете. Это уже претеритум, потому что ты добавил «т». А я открываю «их офне». Их офне. Да. «Ду офнест». Я открываю, ты открываешь. Он открывает «р офне». Офнет. Офнет. Так. Wir öffnen, ihr öffnet, öffnet, sie öffnen. А уже претеритум добавляется это. Так. Их öffnete. Их офнете до офнетесте. Офнете ст. Офнетест. Офнетест. Так. Эр офнетет. Так. Офнетет. Вир. Вир офнетет. Офнетен. Офнетен. Ир. Ира офнетет. Так, офнетет, вы. Изизи офнетен. Так, хорошо. Вот глагол цайхнен. Цайхнен. Это что такое цайхнен? Цайхнен. Что знакомое? Малювать. Малювать и креслити. Краснотки, манвач. Так, вот, пожалуйста, столбиком простригай цайхнен в presence, вверху пиши presence preteritum. Так. Цайхнен. Тут у нас CHN.
Так? Претеритум. Ц-Н. Да. Ну, как будет в презенс? Ich zeichne. Zeichne. Дальше. Du. Zeichnest. Так. Ты записываешь, да. Чтобы тебе видеть? Ну, я запишу. Да. Er zeichnet. Er zeichnet. Так, wir zeichnen. Так. Ihr zeichnet. Угу. Как третье лицо однины. Особо однины. Sie zeichnen. Zeichnen. Zeichnen, да. Zeichnen. Так, и это переводится я. Малюю, креслю. Ну, ты креслишь, він креслить. И так далее, да. Так? Presence. А теперь рядом с столбиком тоже вверху пишешь претеритум. Претеритум есть. Ну и пиши. Когда вместо просто «те» добавляется «это». Так ведь? Ну, там да. Правильно у нас написано. Слабки слова отримают «те» або «это». Або. Або «это». В таких случаях, когда именно, после каких букв, когда основа оканчивается, на какие слова? На Т, Д, ЦХН, ГН, ДМ, ФФН. Ну и вот, поэтому тут добавляется еще Э, Т. Быстренько проспрягал. Ну, ich zeichnete. Так. Du. Du zeichnest. Zeichnete. Zeichnest. Zeichnetest. Zeichnetest. Так, где окончание? Во втором лице. Ну, закончение «эст». Правильно. Это вы галкой отмечаете так, да? Подчеркиваете. Или так просто двумя черточками? Я не помню. Ну хорошо, подчеркни одной черточкой. Хорошо. А суффикс? Суффикс «это»? Суффиксы подчеркиваются галкой. Суффиксы... Ну, домиком плюс-минус. Да. А... ЦХН тоже волнистой линией можешь подчеркнуть. А ЦХН это основа типа? Это основа, да. Это относится к основе. Антворд. Это основа Т. А потом вставляется это. Ну и так далее. Давай дальше. Р. Р. Цайхнете. Да. Zeichnet. Ну, не замысливайся, быстренько ты соображаешь. Так будет сложно. Zeichnet. Wir. Конечно. Ты же окончание знаешь все. И так, ihr zeichnetet. Все правильно. Зизи. Zeichneten. Zeichneten. Пожалуйста, оформи все значками в зи. Множественное число. Основа там, на что заканчивается суффикс и окончание. Закончение. Типа
Закінчення какое? Е-ен. Дальше суффикс. Суффикс ЕТ. Угу. І ЦХН. І ЦХН. Так, Zeichneten. Тут уже суффикс ЕТ, значит, окончание не еще бы второе Э не пишется. Тут уже суффикс Н окончание Н получилось, так ведь? Да. Да. Так, дальше читаем правила. Так. Усі форми, крім першої та третьої осібонини, мають ще й особові закінчення. Відокремлювані префікси відносяться в кінець речення, утворюючи рамкову конструкцію. Їх вахте umsieben Uhr auf. Ну, это ты знаешь прекрасно. Ну да. Так, как оно переводится? То я поднялся в 7 часов. Так, я прокинулся у сьомой. Так, значит, а какая будет неозначена форма прокидатися? Из этого. Да, как будет? Просыпаться, прокидатися. Aufwachen. 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 Точно. Aufwachen. Не wachten, а wachen. Я прокидаюсь. Я просыпаюсь. Ну. Ich wachte auf. Это уже прошедшее время, а настоящее. Ты же сам сказал, вот только что. Ich aufwachte. Женя. Что? Ну, auf wachen. Wachen. Есть тут «те» или нет? Нема. Нет, нема. Значит, в present я прокидаюсь. Ich aufwache. Не, auf наконец. Ich wache auf. Да, ты прокидаешься. Du wachest auf. Du wachest auf. Все правильно. Он покидается. Er wachet auf. Er wacht auf. Wacht auf. Er wacht auf. Так. Мы прокидаемся. Wir wachen auf. Так. Ну и так далее. А теперь в претеритум скажи. Я прокинулся. Ich wach. Берется основа wach. Ich wachte auf. Ich wachte auf. Auf. Мы проснулись. Wir wachten auf. Все. Значит, к чему это самое добавляется Т? К чему добавляется? Т добавляется к основе. До основы, да. До основы. Например, глагол контролирен. Запиши и выдели основу. Контролирен. Так. Контролирен. Окончание. Закончение «-ен». Остальное? Основа, я так понимаю. Основа, да. Я контролирую. Ну, «ich контролире». Контролире. Окончание «-э». Основа контролирует. А теперь этот present. Я контролирую. А теперь я контролировал в перфекте. Нет, в имперфекте, в претеритум. Ich контролирует. Ну, ты на кинце. Контролирует. Контролирует. Ich контролирует. Ну да. Да. Или нет?
Их контролирте. Контролирте добавляется те. Мы контролировали. Wir kontrollierten. Все. Женя, что такое претеритум? Претеритум – это такая штучка, что это прошедший час простой, про минулый. Да, прошедший час простой. И еще причем не досконалый. Недоконаний. Чи хоча недоконаний. Стоп. А чого недоконаний? Да. А чого он недоконаний? Потому что, что он выражает? Там написано. Нет, тут не написано. Тут не написано, тут просто про минулі події написано. Все. Да. Ага, хорошо. А вот там в другом учебнике там написано. Imperfect вживається зазвичай в розповіді для вираження ряду дій, які відбувалися, відбулися або відбувалися в минулому одночасно або послідовно. Як-то сложно. Нічого не сложно. А это ж все придется учити, когда ти будеш там, это самое. Ну, дальше да. Учиться. Ну ничего, это ты просто так сейчас говоришь, что это сложно. Так, Штарки Верден, пожалуйста, читаем. Ну так, сильные дееслова, да? Ну да. Штейен анруфен. Так. Так, и штамм. Штейен, что такое штейен? Стоять. Анруфен. Анруфен. Я забыл. Забыл. Это Anrufen звонить. Anrufen звонить. Телефонирован Anrufen. А просто Rufen. Rufen кричать. А Anrufen уже звонить. Ну, понятно. Так, хорошо. Глагол Stehen. Stehen, так. Ich stand, du standest. Sie stand. Wir standen, ihr standet, sie standen. Так, вот обрати внимание, там, когда мы говорили, слабкие дееслова заканчиваются на «тд», да? Да. А тут тоже «штанд». Так и не сильно. Но это... Но он сильный, поэтому тут «т» не добавляется. Просто изменилась форма. Stehen, stand. Это понятно, да? Ну, да. Так, хорошо. Дальше. Глагол anrufen. Anrufen. Да. Ich rief an. Да, я звонил. Du riefst an. Да, ты звонил? Sie rief an. Ну? Вони звонили. Ну, він. Вони. Да, він. Wir riefen an. Мы звонили, может, до сих пор звоним, да? Да. Я rieft an, sie riefen an. Так, окончания тебе известные. Сильные дієслова читаєш. Сильні дієслова змінюють у претеритум основу. У всіх формах, окрім першої та третьої осіб однини, до цієї зміненої основи додається ще й особові закінчення. Іще раз читай. Сильні дієслова змінюють основу в претеритум. Так. У всіх формах, окрім першої та третьої осіб однини, до цієї зміненої основи додається ще й особове закінчення. Так, значить, де не додаються закінчення? Де не додаються, не додаються? В першій і третій особі однини, ну,
В я Ну хорошо. и він, вона, воно. Все понятно. Так, еще вон тут «ц». Какие это такие? «Ц». Прочитай. «Unregelmäßige Verben». Да. Да. Это есть три формы, четыре формы глаголов есть. Сильные, слабые, сильные. А что такое «unregelmäßige»? «Unregelmäßige» – неправильные какие-то. Совершенно верно, бракованные. Потому что да, бракованные. Регель – это правило, да, а «unregelmäßig» – это значит неправильное. То есть содержащее неправильность какую-то. Ну, а именно. Nennen и mitbringen. Nennen, mitbringen. Что такое nennen? Nennen, называть. А mitbringen? Mitbringen, приносите. Mit. С собой брать. С собой брать, приносить. Да, совершенно верно. Значит, было nennen, оказалось... Nante. Было bringen, оказалось... Brachte. Mit. Да, брахты мит. Тут все понятно, да? Не будем мы это читать. Ну, или да. Надо? Ну, давайте почитаем. Ну, давайте. Так, ich nannte, du nanntest, er, sie, es nannte, wir nannten, ihr nanntet, sie nannten. Угу. Как ты скажешь, переведешь? Ihr nanntet. Ihr nanntet. Да, переведи. Вони назвали. Називали. Не назвали, а називали. Довго і упорно. Вони довго називали, і все. Ну так. Да. Хорошо, далі. Глагол mitbringen. Ich brachte mit, du brachtest mit. Er, sie brachte mit, wir brachten mit, ihr brachtet mit, sie brachten mit. Так. Мы приносили с собой книжки и тетрадки. Wir brachten так, Buchen und Bücher und Zuschete. Hefte. Buchen und Hefte mit. Не Buchen, а Bücher. Bücher und Hefte mit. Так, ладно. Читаем это самое. Дальше под рамочкой. Неправильные дієслова поєднують у своїх формах ознаки слабких дієслів, суфікс «те» та сильних. Зміну основи. Та, ну, браковані. Потому они и неправильные. Вони браковані, це невозможно. Не. Як і в попередніх випадках, першій та третій особах однини особові закінчення не додаються. Так, не додаються. І ще бувають ті самі глаголи модаль вербен, так? Це у нас які? Ну, модальні дієслова, такі якісь... Не такие. Ну, тоже вспомогательные, после которых всегда употребляется инфинитив. Ну да, ich muss, ich müsste, что там, ich musste trinken. Schreiben. Ich musste arbeiten. Ich sollte kommen. Du konntest ausgehen и так далее. Ну да. И как формы этих глаголов прочитаем? Модальвербен. Модальвербен müssen. Ich musste, du musstest, er, sie, es musste. Wir mussten, ihr musstet, sie mussten. А теперь в этом самом, в номине, в presence. В presence. Ich müssen, ich müsse. Ne, stop. Ich muss.
Я не помню. Еще раз. Ишмус. Еще попытка. Да. Ду. Ду мусте. Ду мус. Ду муст. Дальше. Эрзиес. Муст. Мус. 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 Да. Вио. Виа мусен. Да? Мюсен. И виа мюсен. Так. Я мюстен. Мюстет. Мюст. Мюст. Так, разница эр мус ир мюст. Мюст. Потому что это модальный глагол. Так. Изизи мюсен. Мюсен. Так, значит, что там произошло в презенс? В презенс, ну... В первых, в однині. В однині и умлаут. Куда сдився? Да, куда сдився, умлаут. Хорошо. Ну, прочитали все. Глагол золен сначала в презенс, а потом... Золен. Да, и... А как он переводится, золен? Золен. Повинен что-то заработать. Ну, повинен. Да, по обязанности понять это самое. Обязан сделать. Я должен, это еще такое, а тут уже по обязанности, что такое по закону. Так, и проспрягай. Вспоминаем, да. В презенсе, и... да? Да, в презенс. Там легко, тут не меняется, нету умлаутов. Ихи золе. Нет, без окончания. Вот там ты идешь. В первом и третьем поднении. Без окончания, да. Их золь. Ду золь. Золе. Зольст. Ду зольст. Ага. И эрзе золь. Так. Ну, а там просто. Виа золен. И зольте. Зизи и золен. Зольт. Без энака. Без энака. Зольт. А теперь в претеритум. Претеритум. Ну, их зольте, ду зольтест, эрзи зольте. Виа зольтен, иа зольтет, зизи зольтен. Просто. Так. Следующий глагол у нас... Что? Не. Кёнен. А как он перекладывается? Могти что-то сделать. Могти или еще второе значение. Другое значение. Кёнен. Не знаю. Могти вміти. Могти вміти. Ну да. Да. Ага, так. В презенсі. В презенсі. Іх. Іх. Іх кан. Кан, правильно. Помінялась голосна, да? Голосна юнлаутше пропав. Да, дальше. Ду. Канст. Так. Ну, эрзіес кан. Так. Виа. Мы умеем, мы можем. Виа. Кан. Нет. Так же как не означена форма. Как не означен. Виа кёнен. Конечно, Женя. Ничего, ничего. Так, ну иа. Кант. Нет, в множественном числе не меняется основа, такая же, как в неозначенной форме. Wir können, ihr könnt.
Иркент. Ну, зизикенен. Зизикенен. А теперь претеритом. Так, ich konnte, du konntest, es konnte, wir konnten, ihr konntet, sie konnten. Так, и Женя, дело в том, что это все надо запоминать наизусть, и все, чтобы это знать. Ну, так же, как и в английском. Ну, заучите да. Все это. Не так? Так. Это так, да. Так, тут понимать сильно много не надо, тут просто заучивать. Дальше глагол. Глагол дюрфен. Дюрфен. Это у нас перекладывается как? Дюрфен, дюрфен. Я не помню. Ну, darf ich ausgehen? Dürfen wir die Arbeiten geben? Ну, типа, що? Чи можна нам щось? Да, да, правильно. Дозволяється, да? Чи дозволяється? Чи дозволяється, да, хорошо. І, пожалуйста, в presence і в претеритум. Ich, dürfen. Dürfen. Так, в презенсі. Да. Ich dürfe. Darf. Ich darf. Да. Можна мені написати? Не дозволяється написати? Типа, щось типа... Darf ich schreiben? Darf ich schreiben? Так, тебе дозволяється написати. Du. Значить, да, уже помінялась гласная на А. Du darfst? Да, правильно окончается. Schreiben. Du darfst так. Schreiben hier. Да. No. Так, RZS. Darf? Darf. Угу. А теперь спроси, ему дозволяется купить что, гитару? Ну, darf er Gitarre kaufen. Ну, все правильно. А теперь множественное число. Wir. Wir. Я тут подозреваю, что оно не меняется. Да. А так же, как не означена форма. Wir dürfen. Ihr. Дюрфт. Зі дюрфен. Так, а уже в претеритум потерялся умлаут. Ну, був. І потерялся. Да, так, іх дюрфте. Ду. Дюрфте. Дурфте. Дурфте. Угу. Ду. Дурфтест. Угу. RZS дурфте. Wir дурфтен. Ihr дурфтет. Зізі дурфтен. Так, і от які тут у нас признаки слабого і сильного глагола, слабих і сильних глаголів во всіх цих модальних глаголах? Так, признаки. Да. Слабых сильных. Слабые глаголы, что там у них появляется в претеритум? Слабых те. Правильно. А в сильных?
А сильні самі по собі там як-то. Ні, а в сильних Міняється основа. Так. Основа міняється, так. Да. Да, в сильних міняється там власне в основі. Ну і от тут, смотри, в Мюсен мусти помінялась основа, звісно, помінялась. Ну, да. Это признак сильного глагола, а те признак слабого. Золен. Ну тут у нас признак только слабого, а сильного нету, да? Да. Кёнен. Кёнен, ну, сильный и слабкий признак. Так, дюрфен. Ну, тоже сильный и слабкий признак. Волен. Так, а как, что такое волен? Волен. Ну, типа... Хотите что-то? Да. Я хочу и так далее. Их воля. Нет. Их вель. Их виль. Их виль. Так. Их виль, ду вильст, эрзес виль. Виа волен, я вольт, зизи волен. Все нормально, все правильно. Но это претеритум. Претеритум их вольте, ду вольтест, эрзес вольте. Виа вольтен, виа... Иа вольтет, дзизи вольтен. Так, ну, значит, это самое. Признак слабого глагола. Какой? Признак слабого. Присутствует, то те на кинце появляется. Суффикс те, да? А сильного тут нет. А сильного немає, він слабкий. Так, и последний глагол. Мёген. Это что? Любите вроде. Да, и presence. Presence. Ich mag. Да. Это я помню. Du magst. RZS magst. Magst. Да. RZS. Маг. Виа мёген, я мёгт, зизи мёген. Зизи мёген. Так, и что я говорила про сильные глаголы? Вони основу меняють. Вони меняють основу. Это все, что казалось. Да, и что с этой основой надо, с этой заменой, что надо? Запоминать, и все. Ну да. Так? Ну да. Так, особые претеритум. А слабые, ну, привыкнуть, что у них там те появляется. Ну да. И большие. Каких глаголов больше? Сильных или слабых? Или неправильных? Слабых. Слабых глаголов, конечно, намного больше. Так. Домашнее задание у нас что будет? Выучить это. Да? Я тебе не буду перфект добавлять. Чтобы сразу же не это не морочить голову, а это все выучить претеритум выучить и формы глаголов. Хорошо. Все формы, да? Уси формы. Да. Так, всех глаголов этих. Так, такое дело. Вони могли зі кентен. Не кентен. Чи вони? Вони. Це іа, вони. Іа чи зі? Зі. Но тільки не кентен, а контен. Зі контен. Так, хорошо. Мы умели. Мы вмели.
Ми вміли. Віа контен. Контен, хорошо. Я люблю рисовать. Ich mag Künsten. Malen. Zeichnen. Zeichnen. Да. Malen. Malen, zeichnen. Так, я любил рисовать. Я любив малювати. Так. Ich Ну, ich mag Zeichnen. Это presence. А я уже спросила в претеритум. Мохте. Ich mochte zeichnen. Да. Zeichnen, malen. Так. Видишь как? Значит, я буду задавать такие вопросы каверзные, чтоб ты был внимательный. Ну, окей. Постараешься, да? Да. Да, чтобы уже был смысл, что где претеритум, где презенс, была бы разница. Так, упражнение, сейчас я посмотрю, есть ли тут какое-то in presence. Сейчас я тебе пришлю пару упражнений, а ты их выполнишь письменно. Угу. Хорошо. Так что у нас время вышло, да? Да. Еще одна минута. Так. Когда мы с тобой встречаемся снова? Чус, без монток. Без монток, я.